Ветераны, как гордо звучит это слово. Преклониться пред вами готовы мы снова. Перед вашим упорством, перед вашим терпением, перед вашим к вершинам победным стремлением. Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые гости и все те, кто пришел сегодня в этот прекрасный зал Дворца культуры «Фархад». Сегодня мы собрались здесь по случаю прекрасного события. Сегодня у нас юбилейный отчетный концерт Народного хора ветеранов труда Дворца культуры «Фархад». Именно в этом году хор отмечает свое 25-летие. Давайте же бурными и теплыми аплодисментами поздравим его с этим прекрасным событием. Слово для поздравления предоставляется заслуженному работнику культуры Республики Узбекистан, директору Дворца культуры «Фархад» Сысоеву Николаю Петровичу. Состав этого хора, который создавался на базе городского отдела культуры Елизавета Ивановна Подопригора, Мишмановский, Алексеева, Малежикова, которых уже нет с нами, Александровы, ходили другие, ходили и добивались место для занятий где-то в городе найти. Создавался такой клуб любительский ветеранов. И первое, где они нашли свое место, это музыкальная школа. Сегодня в городе есть один из первых руководителей. Значит, она сейчас входит в хор академический, госпожа Кокарева, которая с ними очень много лет занималась. Затем я, когда пришел во Дворец культуры «Фархад» 15 лет назад, а до этого 5 лет я был зав. Отделом культуры, и они были под моим началом,
Они взяли, все делегации пришли во дворец в Эфрахат проситься, чтобы мы их забрали. Тогда появилось письмо за подписью всех ветеранов на имя генерального директора Николая Ивановича. И 15 лет назад хор ветеранов войны и труда из городского отдела культуры перешел во дворец культуры Эфрахат. Проходили эти 25 лет, ветераны менялись, вы сами понимаете, по какой причине. Но дух их дружбы, их сплоченности всегда присутствовал. Поменялся их репертуар, от военных песен они перешли к более сложному. Сегодня надо сказать, что это единственный коллектив в республике, который исполняет сложный коллектив, сложный репертуар. И вот и перед вами эти женщины, два орла-мужчины, они справляются со сложным репертуаром. Многие из них даже ходят в два хоровых коллектива. Один из них хор ветеранов труда, а другой академический хор. Для них этот хор, я всегда, когда прихожу на работу, у них занятия с 10 утра, они в 8 уже здесь, они общаются между собой, они отдыхают, у них есть какая-то отдушина, и этот коллектив очень дорог для меня, очень дорог для меня, потому что с этим коллективом очень много связано у меня. Этот коллектив любит в городе. Его любят в республике, его знают в республике. 25 лет, четверть века. Коллектив народный подтверждал это звание. В советское время они выступали на съездах партии. А в годы независимости они постоянно стали желанными гостями, пожеланными гостями в городе Ташкенте. И когда проходил фестиваль Совета Федерации профсоюзов на лучший коллектив республики, они получили лучшее звание, лучший коллектив республики, хоровой ветеранов. Я, дорогие мои, желаю вам крепкого здоровья, оптимизма. Я желаю вам, чтобы у вас дома было все хорошо, чтобы вас берегли ваши близкие, дети, внуки, у кого есть. Мы вас любим, мы вас ценим. Мы немножко в этот раз, ну, не облажались, сделали немножко по-другому, чтобы сегодня отвели свой отчетный концерт, а в следующую субботу без костюмов пришли уже на праздник на 25-летний в кафе и посидели, отдохнули уже без всяких гонок. Это даже лучше. Два праздника сразу. То есть праздник 25-летия у вас будет продолжаться. Низкий вам поклон, большое вам спасибо. Разрешите мне, Людмила Ивановна, вас поблагодарить за то, что вы руководите таким замечательным коллективом. Ольгу Николаевну, концертмейстера вашего. Дай Бог вам всем здоровья. Низкий поклон вам! Начать наш сегодняшний концерт мы бы хотели с песни о нашей прекрасной, дорогой и любимой родине. Ты белым золотом одета, ты словно золотой херман, республика добра и света, мой солнечный Узбекистан. Цвети от края и до края, да сбыться всем твоим мечтам, моя республика родная, мой солнечный Узбекистан. Музыка Самуила Юдакова, слова Мухтора. Чон
Узбекистан. Сегодня в этот юбилейный отчетный концерт, как говорится, делу время, ну а поздравлениям час. Спешат поздравить наш хор ветеранов участники народного хореографического ансамбля «Ширин». Давайте поддержим бурными аплодисментами. А теперь солистка народного хореографического ансамбля «Ширин» хотела бы подарить вам танец. Thank you.
Народного хореографического ансамбля «Ширин» специально для вас, дорогие наши ветераны. Давайте немного окунемся в историю. Более 20 лет назад, в 1984 году, в молодом еще городе Наваи появился хор ветеранов войны и труда. О создании хора ветеранов будущие его участники узнавали от знакомых и друзей. И уже в октябре 1984 года в Доме пионеров состоялась первая репетиция хора в составе 12 человек. А одним из первых выступлений стало выступление на стадионе в честь 40-летия Победы. И с тех пор военные песни занимают в хоре свое почетное место. Музыка Яна Френкеля, слова Якова Козловского. «Колокольчики». Музыка Вениамина Баснера, слова Михаила Матусовского. Это было недавно. Зимой я подумал.
Композитор Игорь Лученок, слова Григория Петренко. «Хатынь». Музыка Александра Морозова, слова Горбовского. «На большой планете». Помогает нам Расулова Мадина.
Солировала Мадина Расулова. Дорогие друзья, ну что ж, пришло время немножко передохнуть нашему хору, потому что наши поздравления продолжаются. Спешит поздравить наших ветеранов агит-коллектив средней школы номер 18. Нам не нужно ни злата, ни славы. Нам нужнее всего тишина. Не слышны, где гром раскаты, где давно отступила война. Но болит и болит мое сердце пред глазами кровавый Беслан. Если нет защиты у детства, то зачем этот мир нам всем дан? Вновь зима отступает куда-то, вновь деревья листвой шелестят, только падают на землю солдаты, только свечи горят и горят. Школа номер 18, все, от мала до велика, и ветколлектив, и детки, поздравляют вас с чудесным праздником, благодарят вас за многолетнее плодотворное сотрудничество по патриотическому воспитанию учащихся и выражают уверенность, что это сотрудничество мы будем продолжать еще долгие-долгие годы. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и творческих успехов. Сейчас вас приветствует юнармейцы школы номер 18. Слон, ровня, смирно, с рычевкой, шагом, марш. Раз, два, три, четыре. Для того,
такого пора разыскали настоящую фронтовую программу и нашим ветеранам. Русского культурного центра и Узбекской ассоциации по репродуктивному здоровью. Сегодня опять у нас большой праздник. Ну как нельзя назвать это праздником? Посмотрите, какие они молодые, красивые, нарядные, как они прекрасно поют. Они так поют, что можно заслушаться, заслушаться и заслушаться. Это очень здорово. Вы знаете, как здорово, что в нашем, еще пока юном, будем называть, городе, есть прекрасные такие артисты, такие звездочки. Ведь каждый из них уже звезда. И, наверное, каждый бы из них получил звание народного артиста, потому что они для кого поют? Для народа. Поэтому для нас они уже все народные артисты. Примите, пожалуйста, от имени Русского культурного центра поздравления с вашим юбилеем. 25 лет – это ерунда, это юность, это молодость. Мы желаем, чтобы вы долго еще радовали всех нас. Самое главное, что вы делаете очень большое дело, потому что детки, малыши, они смотрят на вас, и они говорят, что возраста старости нету. Пока молодые занимаются молодыми делами, будут постарше, будут так же петь, потому что вы несете любовь к песне, радость. Большое вам спасибо. Добрый день, наш уважаемый, наш любимый хор ветеранов. Узбекская ассоциация по репродуктивному здоровью благодарит вас за то, что вы есть, за то, что вы вселяете дух, здоровый дух в нашу молодежь. Не только вот людей преклонного возраста, которые радуются вашему репертуару, заслушиваете, вы даже вносите здоровый дух в нашу молодежь. Репродуктивное здоровье – это здоровье наших будущих детей, наших будущих внуков. А без здорового духа не будет репродуктивного здоровья. Спасибо вам и низкий наш поклон. А эти цветы вам. Спасибо за то, что вы умеете так прекрасно руководить этим хором. Спасибо всем. Молодости вечной, красоты прекрасной.
прекрасной. Радость и счастье пусть будет всегда. И вы запомните, что мы всегда рады вас видеть, слышать. Еще раз низкий поклон вам. А вам, дорогие новолетние, всегда ходить на концерты, поддерживать наших артистов, помогать. И пусть у вас будет тоже счастье. Вчера отмечался Международный день семьи. Все семьи отмечали этот праздник. Пусть наша семья вот такая будет дружной, радостной и счастливой. Счастья вам и здоровья. Ну а мы тем временем вновь окунемся в историю. Хор рос с каждым днем. О нем мы уже знали в школах. Он выступал перед тружениками Новоильского горно-металлургического комбината, Новоильского управления строительством, ЮПМ, цементного завода и многими другими. В репертуаре хора помимо военных песен достойное место заняли и народные произведения. И сейчас наши хоровики хотели бы подарить вам, дорогие зрители, несколько украинских народных песен. «Месяц на небе». Над річкою.
Ой, выйду я на улицу. Поздравить наш хор ветеранов, народный хор Дворца культуры «Фархад» «Ивушка». Пожеланий, долгих лет, светлых дней, лучших песен и много здоровья. Пока сердце стучит, песни петь обязательно стоит. С праздником вас! Ну а так как у нас сегодня тоже большой букет ромашек, мы вам начнем поздравление с песней «Не гадай на ромашке». Я скажу вам сейчас.
Я приглашаю сюда Михаила Кирилловича. И так как у нас... Это как бы поздравление будет от хора «Ивушка» и оркестра «Сказ». Вам только 25. Ну разве это важно? Нету культуры, возраста, границ. Мы дарим всем сегодня песни наши и видим в зале много славных лиц. Оркестр «Сказ» и хор народный «Ивушка» в концерте этом вовсе неспроста. Связала нас единой кровинушкой культура всех лет этак на полста. А что так будет, нами очень верится. Ведь вера есть духовная мечта. Душою настоящее все ценится. И вечным остается налита. А сейчас мы поем вам песню на мелодию. «Знамя дружбы» Ольге Кургаевой. Под ваши теплые аплодисменты. А я, конечно, хотела поздравить и хор, и всех сидящих в зале с праздником, потому что для хора 25 лет труда, а для нас 25 лет встречи с праздником. И вот в благодарность за эти праздники я хочу подарить хору стихи. Правда, они большие, может быть, я просто подарю или прочитаю. Тогда уж до конца. Хору ветеранов к 25-летию творческой деятельности с большой благодарностью. Сердце вновь то замрет, то воскреснет. Вслух душа превратится опять. То парит и вальсирует песня, чтобы чувства у нас покорять. В этих чувствах любви утоленье и великий и нежный восторг, и от будин привычных спасенье, что в концертах дарует нам хор. Ведь у хор есть то, что не сможешь просто так передать и сыграть, что любых комплиментов дороже, с чем легко волшебство отдавать, с чем и песни, как душ откровенье, с чем и песни, пройдя сквозь простор, обретают величие и значение. Ведь рождает их ваш дивный хор, хор поживших и знающих цену жизни, чувствам, порывам, словам. Эту цену несете на сцену,
каждой нотой, даря ее нам. И ничто не заменит общение между залом и вами, когда в каждом звуке и в каждом мгновении вашей мудрости светлые года вы поете. Ах, как вы поете, словно рядом находится Бог, и Его указаний вы ждете, преклоненные все подле ног Бога вашего, что мудрость вашу облекает в звучание тепла, что сердца утоляет так наши. Да, конечно же, это она, Бог и ангел, творец созидания, ваш учитель, великий талант, и поэтому все пожелания и восторги для вас пополам. С юбилеем вам четверть лишь летом. Дай вам Бог долгих творческих лет, вы источник, дарующий радость. А границы у радости нет. Пусть будет ваши долгими-долгими действиями. Народная чешская песня «Что за девчонка?» Солирует Мадина Расулова. С 1995 года коллектив хора начинает работать во Дворце культуры «Фархад». За время деятельности хора в нем сменилось несколько руководителей, чьи фамилии золотыми буквами вписаны в историю коллектива. Среди них Оводова, Кокарева, Губайдулина, Шельцова. В данное время хором руководит Назаренко Людмила Ивановна, с приходом которой значительно усложнился и расширился репертуар хора. Сегодня участники хора исполняют на разных языках не только военные, народные и классические произведения, но и душевные романсы и лирические произведения. Музыка Геннадия Подельского, русский текст Смирнова и Ландмана. «Люблю тебя, мой край родной». Oh, yeah.
Музыка Андрея Петрова, слова Ильдара Рязанова. Годы непогоды. Музыка Кейля, слова Белогорова. «Я люблю вас так безумно» исполняет солистка хора Бауэр Валентина. И слова Лучича «Дай, милый друг, на счастье руку мне» исполняет солист хора Адаев Эргаш. Если жизнь не мила вам, друзья, если вы добыли,
Прощайте, руку, нам бы не мог, прогонит куку, да вот скорее больно злое, и вновь забьется ретивое. Я спою вам, друзья, про для поздравления предоставляется заместителю директора Дворца культуры «Фархад» Елизаровой Татьяне Васильевне. Под ваши бурные теплые аплодисменты. Наши милые, наши самые любимые, самые лучшие фархадовцы, мы от всей души вас сегодня поздравляем с праздником. Желаем огромного счастья, любви и дальнейшего уважения от нас, от всех фархадовцев и вообще от всех жителей города. Вы знаете, я вообще от массового отдела хочу вам сказать еще отдельное спасибо за то, что вы всегда являетесь самыми активными участниками всех наших мероприятий. И без вас ни одно воскресенье не обходится наш духовой оркестр. Вы задаете такой тон всем молодым, что еще, знаете, фору даете всем на всех мероприятиях. Большое вам огромное спасибо, счастья, здоровья, успехов, удачи. И давайте в том же духе, не унывайте никогда, а всегда будьте веселыми, бодрыми и здоровыми. Счастья вам и исполнения всех-всех ваших желаний. Спешат поздравить наших ветеранов еще один замечательный и прекрасный хор. Академический хор Дворца культуры «Фархад». Ветеранам праздник подарили, вновь весна.
помимо песен. Будьте здоровы, самое главное, и творческого вам долголетия. Спасибо. На сегодняшний день хор ветеранов войны и труда популярен не только в городе Наваи. Его с упоением слушали в городах Самарканде, Бухаре, Ташкенте, Учхудуке, Заравшане, Нурате, Кызылтыпо, в Кармане и во многих других городах. Народный хор ветеранов за годы своей деятельности награжден 31 грамотой и 6 дипломами. 14 декабря 1988 года коллективу присвоено звание «Народный», а в 2006 году коллектив становится лауреатом премии Совета Федерации профсоюзов Республики Узбекистан. Музыка петербургского, слова Альвика. «Утомленное солнце».
Музыка Юманса, слова Подревского. Таити трот. Брюнна, слова Бушора. Парижская танго. Bye.
Конечно, все награды и премии – это хорошо и прекрасно. Но самое ценное в этом коллективе – это его участники. Более 40 человек возрастом от 45 до 80 лет. Это замечательные люди нашего города, которые на своих плечах вынесли тяготы войны и послевоенную разруху. Люди, которые строили наш город. Люди высокой душевной чистоты и крепкой закалки. Живой пример нашему подрастающему поколению. Музыка Сергея Никитина, слова Морец. Когда мы были молодыми. Сенсация, слова Бараташвили. Чудный май. Oh.
Народный хор ветеранов труда Дворца культуры «Фархад», ваши аплодисменты. На этом наш юбилейный отчетный концерт подошел к концу. Давайте же еще раз бурными и теплыми аплодисментами поздравим наш хор ветеранов труда с этим прекрасным юбилеем и пожелаем им крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов. Да здравствует Народный хор ветеранов труда Дворца культуры «Фархад»! С юбилеем вас! Ура!